Виктор, а Бог вам помогает. Джин! Раз. 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 Макс, уходи быстрее. Кувырок, ноги подтягиваем, колени шире. Или страховка, или кувырок. Нет! Этот уберите. Вот этот. Поправляй. Максим, старайся так, чтобы первый был, второй был чуть вперед. Еще один, еще один. Потому что когда вы делаете, они собираются. Вот так, нормально. Два, два, до. Паш, не-не-не-не. Два, два. Кто разговаривает? Очень быстро не надо делать. Спокойно делать. Это риски плохо. Что ты разогнался? Ну что, убегаешь? От кого? Попробуйте. Попробуйте. Готовы? Один. До. Наши колени. Так. И так. Подальше толкайтесь, подальше толкайтесь, чтобы... Кувырок с мата делаем, эй! С мата кувырок делаем, кроме маты. Мата, с мата. Второй кувырок с мата. Так, мальчики, там снимают, поэтому вы не спешите, чтобы эту Диану не видно как. Что вам расскажет, что вы Диану не снимали. Пошли. Ну и потом дольше. Макс один раз. Макс, ну я тебя убью. Эй, я откуда сказал? Вот, откуда?
То же самое. Мало так делать. Стоп. Макс, корми. Побегаешь. Воля. Вот ты. Человек делает, почему-то. Что ты? Не ты, да? Еще раз, во время, еще раз запомните, во время выступления, во время тренировки нельзя, когда человек штангу поднимает, нельзя сидеть и что-то говорить, отвлекать, смеяться. Человек-то получит травму. Аджи. Человека, первый мат, который оттуда ставим, сюда.
Да, Лыма, только от этого сюда. Третий отсюда сюда, четвертый отсюда сюда. Вот сюда. Ставим, стоп, подождите. Ровненько там. Поставим все сюда. Стоп, подожди. Так, это сюда. Вот так хорошо. Следующий туда, потом сюда, потом сюда. Ну что вы подошли? Что ты стоишь? Маленький город, ты стоишь? Так, вот здесь сюда сели. Так, кто умеет делать бросок через спину с колен? Ашизация. Через спину с колен. Артур сюда. Будем его мочить. Так, а рука Рены. Значит, первое, что это бросок через бедро. Да? Есть сеори наги, это по-японски бросок через плечо. Есть бросок через плечо, варианты, разные захваты. Есть захват такой, классический, есть односторонний. Есть захват за обе руки, то есть вот такой захват. Есть обратный захват сюда. Значит, есть, когда одной рукой держим сюда. Есть с падением, есть без падения. И еще один бросок с колен. То же самое, но с колен. Значит, что? Так как я не разминался, я покажу и буду разминаться, заодно этот раз вы не научились. Значит, захват. Уно, доль. Второе. Обязательно, если я взял отворот, то есть вы будете вот так стоять, а я в эту сторону не делаю так, что плохо, конечно. Вот, рука и нога впереди. Дальше что делаю? Поднимаю локоть, раз, рука заходит сюда, оп, еще раз, поднять, завести руку. Видите, как он у меня? Дальше, может, чуть шире. Дальше, эта нога становится на колено. Раз, два, но не прыгать, а мягко садиться. Чуть-чуть. Вот отсюда такое движение получается. Раз. Потом дальше. Да, размяться надо. Вы размялись. Я не размялся. Думал, кто-то же умеет делать. Что, Макс, смеешься, ты не погано? Обычно этот прием делается бросок вперед, когда ты отсекаешь. Раз, ноги. И дальше раз, и бросок. Передняя подушка, еще что-нибудь. Далее, значит, что делаем? Первое. Поставили ногу сразу. Нога идет не посередине, а вот левая нога к левой ноге будет. Если вы так будете, правая на правую, здесь, чтобы вы могли сесть. Дальше. Поставил ногу, поднял руки и оп, завел. Оп, завел. Что дальше делать? Немножко шире. Дальше сажусь на колено. Раз, два. Присел, оп, и бросок. Так как я сесть не могу, вы должны сюда. Вы должны присесть, потянуть противника вперед. Он ложится на вас. Дальше что? Нужно встать, чтобы он ногами не касался. Когда бросок идет под себя, чтобы он головой не ударился. Раз. Поставил ногу, ручки. Оп. Дальше что? Нога идет. Три, четыре. Оп. Бери захват. Сейчас ты будешь делать. Какая нога впереди?
Вот видите, отворот. Значит, эта нога должна стоять здесь. Вот. Вот так. Поднимаешь ручку. Не, не надо сильно тянуть, пока просто подними. Вторая рука. Сюда, сюда, сюда. Оп. Да. Теперь вот эта нога на колено. Между ног. Между. Вторая садится. Между ног. Теперь стоп. Голову сюда, ты будешь сюда меня бросать. Садись. Коленки. Нет. Коленки должны быть раз. Вот так. Дальше. Вот эта рука должна держаться, ни в коем случае не выставлять. Кофта. Правильно. Дальше. Голову сюда, да? На эту ногу. Раз. Так, сюда, на эту ногу. Все. Когда он меня бросает, этой рукой держусь, левую руку, руку. Вот. Все. Ноги. Одной ногой здесь, другой здесь. Все. Еще. Не спешите бросать, тихонечко тянете, он сам поворот сделает. Значит, смотрите, ножка стоит, локоть. Локоть, ручку. Вот, и на колени. Раз, два. Дальше. Если я так буду стоять, у меня потянет и ударишь головой. Что нужно сделать? Ты должен присесть. А вы должны, видите, как будто на плечи лечь. И голова идет сюда. Раз. Все. Ручку отсюда. Оп. И страховочка. Еще раз. Стоите прямые ноги. Плохо. Присесть. Голову наклонить. Вопросы. Стали я сейчас разговаривать. Пар. Бросок. Центр наружу. Отстали! Оставьте, оставьте. Так. Буду. Запомните, вам придется делать и ниже соперник, выше, такой же, как вы. Буду вас менять. Значит, как делать? Три броска один, три броска другой. Быстро не очень делать. Еще раз напоминаю. Поставили ножку, подняли. Раз, вот эту сейчас поставили. Дальше. Садимся, но не в эту сторону, а вот сюда. Раз. Чуть-чуть потянули и встаем. Руками не касаемся. Так. Раз, два, три, четыре. Кто с кем? С кем? С кем? Вы вдвоем. Все, ушли. Так. Вы вдвоем. Да, ты начнешь пьяный, а потом я тебя поменяю. Просто у вас хорошо получается. Но для того, чтобы ты понял, ты кого берешь? Его? А? Ой. Так, ты берешь. Кто? Куда? Аич. Готовы? Стоп, Матей! Вот уже ошибка. Отойди в сторону. Бери за глаз. Бери за глаз. Бери за глаз. Посмотрите. Тимофей взял захват. Что делает нас? Максим вот так руку держит. Посмотрите, так руку. То есть он тебе бросает. Ты руку раз и выставляешь. Что ей делать рукой? Вот держать. Если он не дает, здесь держать. Или здесь, или здесь. Ножки пошире, голову наклонить. Че? Четверг соревнования по броскам через спину с колен. Сейчас, одну секундочку, я подойду. Голову наклони. Кателин, голову наклони. Прислони прямо к его плечу. Мальчики. Саша, ноги между ног. И не падай, мы. Сядь на колени между ног. Сейчас, одну секундочку. Идите сюда. Вы будете делать вот здесь. Вот смотрите, вот эти два мата ваши. Катерина, что такое? Подборок нет. Мальчик, вот здесь делай. Вот здесь. Катерина. Катерина, Николай и Ирина. А есть только два этих. И все. Вы делаете вот здесь. Вы делаете вот здесь.
Так, вы выделаете вот здесь. Окей? Не с той стороны голову ставишь. С другой стороны ставишь. Нет, нет. Тимофеевич, сюда бросаю. Ну, Тимофеевич, спиной ко мне, спиной. О, нет, Тимофеевич, зачем так? Вот так. Так, посмотрим, кто у нас супер. Опять проведем соревнования с грамотами. Посмотрите внимательно. Вот ваш держитесь рукой. Вас быстро кидают. Вы раз эту руку ставите. Прямая рука, локоть вылетает в 5 секунд. Плечо травмируется. Ручка всегда, то есть это держись, это согнутое. Просто чтобы головой не ударили. Наклоните голову. Хорошо? Ну, смотрим. Давай. Тимофей. А почему чуть-чуть подними, потом встань. Не спеши. Хорошо, молодец. Удивляю, какая ошибка? Ты встань. Потом подпиши. Ты ставишь ноги, то есть ты хочешь куда-то, а стоишь вот так. Ты что должен сделать? Ты должен, смотри, взять ручку, развернуться, чтобы он туда упал, и нужно сюда посмотреть. Знаешь? И встал. Хорошо. Посмотрите, какая большая ошибка делает Саша. Разворачивается. Смотрите. Я держу захват, и он держит. Макс подворачивается. Подворачивается. Вот просто подгрыз. А ты руку здесь держишь. Посмотрите, он локоть держит и не отпускает. Значит что? Он тебя бросит. Это у тебя рука зачем? Чтобы вдруг за голову падали, чтобы защитить. А так ты точно головой. Ба. Хорошо, есть и мозги, а есть и нет. То есть руку, локоть отпускаем и здесь вот придерживаем около головы. Отжимаем. Смотрим. Так, что ты сидишь? Сейчас будешь 100 раз. Хорошо, да. Смотри, ты ногу не ставь очень далеко. Потому что когда ты будешь садиться, ты будешь плавать на плаву. Поэтому... Сюда. Когда ты будешь садиться, ты будешь садиться. Вот он подвернулся. Зачем ты голову сюда? Поэтому у тебя поворотник получается. Голова
вон здесь. В эту сторону. Сюда. А ты с этой ставишь, понимаешь? Вот тебя туда тянешь. А ты, по-моему, вот сюда, поэтому ты не удобно. Хорошо? Андрей, лучше все! Стоп! 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 Постоянно сели на колени. Смотрите внимательно. Что делает Андрей? Он делает небольшой шаг. Садится чуть-чуть дальше. И посмотрите. То есть в ту сторону кидает. И вот колено впереди. Он на этом колене стоит. А Тимофей, например, колени развернул на другом. И когда ты делаешь, ты сам падаешь. Понимаешь? Ты должен как бы встать на это колено. После броска еще и сам как бы кувырок делать. То есть так, чтобы у тебя получалось. Бросок. А японцы, все остальные делают так. С колен, а потом встают. Ага, и бегут еще с падением. Да. Пошли. Последите за коленом. Рука. И колено впереди. Ай, Матвей. Саша, посмотрите, вот так падает. Как кувырок нужно делать? Вот здесь вот балл, нужно присесть и толкнуться на мяч. Ну, не пошли. Сейчас, мальчики, сейчас иду. Катавицкому, Макс,
ты идешь по колену. Пошли, подовой, довой. Уно, довой, дой. Айс, айс. Девчонки на руке. Быстро. Что? Что делать? Так он не шире должен. Одной рукой держать. Кого бросают, одной рукой. Другой стороны. Вот. Ты садись, как можно ниже. Он же ниже тебя. Просто сядь, как можно ниже. Он сам. Нет. Ко мне. Это нога стоит. Раз. 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 И она идет на колено. Да. Сейчас посмотрим. Еще раз, Саша, не считай. Ты стоишь и падаешь. Присядь и встань. Ай. Молодец. Давай, давай. Ты должна любой прием показать. Добра, то ты не сюда. Присядь, присядь, присядь. Трибун. Трибун. Нет, посмотри на меня. Трибун. Ты сделала все хорошо. Ты наклонила голову. Да? Ноги наклонила голову, ноги у тебя остались прямые. Раз ноги прямые, ты не можешь уже тут. Посмотри. Что ты должна делать? Ты должна присесть, наклони голову и лечь ему на плечи. Просто лечь, и потом перекатываешь. Лечь на прямых ногах и наоборот. Так, пациентка, чинч. Посмотри, на эту ногу. На эту, как бы сюда. Смотрим. О! Сейчас посмотри. Я ушел на чемпионат и сам чуть-чуть поднимался. Чуть-чуть. А то у меня туда пар. Хороший бросок. Шапка. Если он правильно падает, тогда можно чуть побыстрее. Если нет, тогда не делай трусы. Я тебе другого. Понимаешь? Сейчас еще раз. Я сломал и ударил. Да, можно поставить ногу, потом прыгнуть сюда. Так можно. Значит, я вам сюда и сюда ставлю. Или же ставим, когда уже четко раз, колени не широко, а вот поближе. Ну, бросок, шаг. Смотрим. Эй! Три раза. Так, Яна, сядь пока. Вышел Максим. А почему на это? На что делает? А ну покажи. Ноги шире. Видишь, я сюда? Сюда. На какую ногу? Знаете, на ноге ты должен мотаться. Куда вы с ним что ты? Вперед! Катерина, не надо какать! Вперед! Все, бумаги нет, кончились. Вперед! Воду идут пить, я знаю. Вон, Катерина, зашли, я. И до... Посмотрите, пацаны, вам придется этот бросок 100 раз подряд делать. Если он плохо,
Еще раз, как раз у вас был бросок. Показывай. Берем захват и плечо упирается сюда. Правильно. Как можно кинуть? Что нужно сделать? Повернуться, чтобы вот другое плечо сюда упиралось, чтобы было куда бросать. Отсюда взял и раз, 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 вот, вот, смотрите, видите как? А вы подходите сюда. Пошли. Еще осталось через минуту. Да, слушаю вас. Я не хочу с ним, он все мокрый. Я мокрый, Леня. Мокрый? Да. Или это норм? Нет. Норм. Давай. Так, а ты что, тренера хочешь бросать? Во! Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Пошли. Хорошо, сильно не приседаем. Приседаем. Пожалуйста. Односторонний будет. Ма. Ма. Со мной. Да. Сильно на колени не прыгай, потому что колени будут болеть. Мягко садись. Я понимаю, что ты хорошо. Следов. Потому что они качаются, футбол играют. Саша, на середину, эй, Артур, значит так, что? Что вы такое? Не знаю. Я могу. Сколько тебе лет? 13 лет, Борис, ты на, что ты будешь 15 лет? Хорошо, что не помог. Миша, иди сюда. Что? Бросайся. Тебе что-то сказали? Миша, встань сюда. Встань сюда. Сейчас бросается Артур три броска. И ты должен стоять в центре. Ты не должен. Он упал. Встает. Ты поворачиваешься к нему лицом. Делаешь три броска. Стой. Дальше. Эй! Дальше. Три броска Макс делает. Так. Три броска ты идешь, Максим, как ты видишь. Три броска. Три броска Максим делает. Так. Три броска Диана делает Дану. Три броска Каталина ему. Три броска Андрей делает Лидию. А потом второй номер будет делать. Итак, еще раз. Макс, вон туда. Вон туда встали на угол. Вон туда на угол. Вот туда на угол, Макс. Александр! Вы вдвоем. Следующий. Вы вдвоем. Вот туда. Вы сидите. Быстро туда. Молчат. Посмотрите, эй! Посмотрите внимательно. Он в центре. Взял три броска. Раз, два, три. Поклонились. Ушли сели. Макс, подожди. Слушай меня. Он сделал три броска, они поклонились, слушай, потом вы выходите. Сюда. А вы встаньте вот туда, сели на колени. Вы переходите на их место. Они сделали, ушли, вы идете сюда.
Вы вдвоем. Они ушли туда, вы выходите сюда. Потом Диана сюда, потом Ливер сюда со своим партнером. Понятно, да? Чтобы я не ждал полчаса. Итак, первый номер. Пожалуйста. Артур. Хаджин. Трио. Уно. Быстрее. Три. Встали, поклонились. Ушли. Макс, вы уже зашли туда идти. Оценка, нота, шасса. Яночка, а вы туда идете? Яна, вы туда идете. Пожалуйста. Уно. Дой. Три. Оценка три. Следующий. Пожалуйста. Уно. Дой. Оценка патру. Яночка, передвиньтесь сюда. Пожалуйста. Уно. Дой. Три. Оценка три. Уно. Молодец. Только мягко делай. Дой. Оценка три. Первый раз хорошо, молодец, сделала, но очень медленно. Слезьте оттуда. Пожалуйста. Уно. Смотрим на Андрея, он один из лучших. Нет, дой. Три. Оценка патру. Нет, не проходит. Следующий, большие, эй! Артур, Саша, Макс, куда готовиться? Тимофей, вы туда. Итак, вторая группа. Три броска, потом идем качаться. Пожалуйста. Уно. Двое. Три. Оценка патру. Не та нога, Миша, идет. Уно. Давай. Оценка три. Стоп, кто там должен быть? Пожалуйста. Уно. Давай. Оценка патру. Уно. Дой. Окей. Оценка три. Так. Готовы? Уно. Не расслабляй сюда на голову. Сразу ниже. Дой. Куда голову царанела? Почему не наклоняешь? Оценка. Оп. Еще раз, Диана. У тебя мозги есть? Надо голову наклонять, чтобы не удариться головой. Два раза четко упала. А третий раз расслабилась. Голову раз. Хорошо, что он не присел. Так бы сейчас тюкнулась. И шея болела месяц.
Пожалуйста. Стоп. Сразу останавливаю. Если ты касаешься руками татами, ему некуда падать, это травма. Старайся не касаться, стоять на коленях. Дой. Давай, давай, давай. Трей. Так, оценка трей. Итак, да, на середину туда. Кто второе место? У кого пятерка? Становись. У него шестерка. Шестерка? Становись. Вот два человека, которые сегодня... И еще Андрюха. У нас пятерка. Андрюха. Становись. Хотя он... Еще раз. Хотя он и получил во время этот... Сколько там? Тройку или четверку? Но во время отработки делал хорошо. А здесь... Не стыдно, Андрюха. Надо делать хорошо. Стесняется. Значит, еще раз. Этот прием вы должны сделать 100 раз. Объясняю еще раз. Берете партнера и смотрите, умеет ли он падать. Выпустите другую секцию. И раз через спину скорее. Партнер не готов. Выставил руку, поломал руку, ударился головой и шею поломал. Вас тренер убьет. Поэтому вы должны сказать, ноги шире. Умеешь падать, умеешь делать. Если умеет делать, уже чуть-чуть хорошо, умеет падать. Только не надо больших правил. Попробуй через плечо сначала со стойки. Падает хорошо, тогда с колен. Здесь то же самое. Если вы взяли человека не колен, то, например, сделали через спину с колен, все, она опять будет. А почему она не ходит? Почему она не ходит? Потому что сейчас она лечится, не знаю, там, с шеей или что-то. Да. Когда она лечит? Николета, она не борец. Мне самое главное укрепить ей здоровье, физику дать, чтобы просто хорошо отжималась, чтобы физически была. И чтобы умела делать прием. Вы другой разговор. Вы должны бороться, вы выигрывать. Вы должны честные цели поднять. Чтобы спрашивать, о, вот такие пацаны. А я вам говорю, соревнования, они все, в самый последний момент, когда видят, что нет, мы хотим ехать. Хитрые. Так, встали, построились. Я на самолете. Построились здесь. Все, идем качаться. Что лучше будет, да?
Быстрее, там, приготовить же. Зачет или экзамен в школу? Да, типа экзамен. Я понял. Все. А ты что сидишь? А мне и о, резина. О, ты качаешься резиной. Позанимайся. Давай, снимай обувь и сделаешь. Что зря сидишь? Скакалку дай. Попрыгай. Хорошо, а не светишь. Ладно, я выставил себе, отключу. Что можно? Снимай. Так, Макс, ты там сидел. Ну, Макс, поставишься на место. Ты с Мишей там сидел. Я? Да, я люди. И Миша, и Саша, вы втроем. Что? Там ваше пальбище. Руки откуда растут? Пережок. Это видно. Поднять не можешь. Ну. Давай, 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 где? Ну возьми, повернись, Макс. Да ручки. Да не так, он возьмет так, все за собой. Перенимай, он ставит. Все. Все, иди.
как же о билете? Почему? О билете. А вы что так рано? Мы рано. Мы вовремя. Рано стоят в охране, да? Юрий сам. Тёмненько. Тёмненько. Это пистолет, он стреляет настоящий. Серьёзно? Стреляет. Не, убью. Вот его. Убью к чёртовой матери. Его. Смотрите. Сейчас в камеру. А что, я тебе шарик его? Шарик? Да. А, шарик на вон там. Шарик, что там снимать себе? Лёд. Лоб. Ничего не делает. А что он будет? Не, лоб шишка будет. Не, опять. Ай, давай. Нет билета, чтобы не сидеть. Thank you.
А где у вас все пейзы? Что? Пейзы. Какая пятница? А, я помню. Я не помню, что вчера был. Ну, ничего не было. Пятница, пятница. Так что делать пятница? Нет, все. А у нас... Субот. Были какие-то... Субот. Ну, пять же были. Субот не было. А в субботу у меня... Субот не сильно. Все были кто-то? Нет, мои были, а... Большие не кто-то. Сегодня жила, что жила. А что там у нас было? Радио? Игорь, дай куда на или телефон? У него телефон? А вы там. Поставь, пусть будет. Не играй. А? Ты когда как включили или это звонок? Включи. Позволь ты миленько. Давай, круто захватывай. Игра, покажи тебя с тобой домой. Что? С тобой, почему ты там? Я был командиром. Ты знаешь, что ты не имеешь права стрелять в людей? В людей? Да, да. Это правда. Знаешь, что за это важно сделать? Показать тебе? Нет, не надо. Вот так вот приучишь себя? Чик-чик. В армии случайно кто-то патрон ставил, забыл, раз и убил человека. И пусть сидеть. Там зайцев бьют так, что... А Игорь мне ради что не подняли. Я еще раз тебе говорю. Или ты плохо понимаешь.